В годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Заводоуковске прошел библиофестиваль. Праздник в честь поэта устраивают уже второй год. Центральный парк города превращается в театр. Здесь можно встретить героев пушкинских сказок, познакомиться с его произведениями и стать участником современных постановок. Было зеркальце одно, свойство зеркальце имеет, говорить оно умеет. Для гостей всех возрастов организовали игры, мастер-классы и викторины. Фишкой фестиваля стал читательский марафон. 28 человек, дети и взрослые, наизусть читали отрывки из произведений Пушкина. Каждый будет читать не более 3 минут, и мы зафиксируем общее время нашего читательского марафона. Сколько сегодня у нас вот эти 28 участников непрерывно прочтут стихи по времени. Также сегодня у нас на фестивале присутствуют гости из Вагайской централизованной библиотечной системы. Они также представили на суд зрителей театрализованный отрывок.